Дядя Скита, расскажи нам историю. А на голове у меня кто? Плаксик. Почему плаксик? Из-за глаз. О-о-о! Больше, чем у коровы. Итак, история. В общем, жил однажды великий-превеликий герой. И, короче... Пошел дождь из жвачек. Пошел дождь из жвачек. Недурно. Что, если бы вы рассказали сказку, а на другой день она стала былью? Walt Disney представляет. Рассказал племянникам небылицу, сегодня все наяву. Золотое дно. Да. А я для вас сочинил новые сказочки. На помощь! Все то, о чем бы он не поведал, я вас вознагражу. Случается на самом деле. И вдруг гноем как, да? Ой! То есть дети творят волшебство. Но вот какая беда. У сказок известно лишь начало. А вот чем они кончаются, неведомо. И как запустит он не на шар Скитера? Ты хочешь, чтобы я сгорел? Адам Сэндлер. Огнестойкая краска. Для рождественских елок. Да? Что, так больно? Вот не надо песен. Я дерево! Сказки на ночь. Смотрите наяву.